Скажите, если это не секрет, конечно, каков сейчас личный состав литовской армии и насколько она боеготова? Знаете, я вот уже некоторое время далек от этой сферы, так что мне трудно сказать, но думаю, где-то порядка 20 тысяч человек всего лишь. Да, но я сейчас точно вот с ответом точно не скажу. Это армия, которая находится сейчас в боеготовности. И, кстати, армия у вас призывная теперь, да? Нет, часть призывная. Часть призывная, кстати, часть не призывная. В основном у нас такая модель действует, если собирают на основе добровольцев, ну, в смысле... Добровольцы. Да, добровольцы тогда уже, если набираются соответствующее число, потому что все планируется тоже, тогда уже такого обязательного призыва как де-факто так и нет. Но а реально сколько людей в Литве готовы встать на защиту своей страны, если что-то случится? По последним опросам где-то порядка половины. Половины? Да, где-то порядка половины. Это были последние опросы, если мне память не изменяет, естественно. Но где-то порядка половины, это считается, ну, так, знаете, там, на вопрос, пойдете ли вы сейчас воевать, где-то половина отвечает, что да. И мужчины, и женщины? Ну, это я уже точно не помню. А скажите, кроме ну, вот, в профессиональной армии добровольцев, которые занимают места солдат срочной службы, ну и солдат срочной службы, которых тоже там, наверное, призывают в каком-то количестве, как ведется подготовка военных, ну, как сказать, не военных, но людей, обучение людей военным навыкам на случай войны. Как это у вас построено? Ну, есть, знаете, еще такие общественные полувоенные организации, как Союз стрелков, это традиционные в Литве, то есть любой тоже может туда прийти, но в основном все делается действительно на добровольческой основе. Кстати, вот этот спор, там, армия должна быть добровольческой или, ну, как говорится, принудительной, тоже кое-что внес в контексте НАТО. Я помню, когда ну, в один момент даже Литва отказалась от обязательного призыва, это опять